сельхозпроизводителей Мелитопольщины. В ближайшие дни начинается посевная кампания, и наша с вами общая задача подготовиться к ней и провести ее как можно лучше. Аграрии освобожденных территорий получат помощь в проведении посевной кампании, а также доступ на российский рынок сбыта для своей сельхозпродукции. Уведомляем, что аграрии освобожденных территорий могут закупить посевной материал, ГСМ, удобрения и корма по более низким внутрироссийским ценам. Военно-гражданская администрация Запорожской области гарантирует безопасность ведения бизнеса. По фактам преступлений и при попытках отъема имущества и урожая обращайтесь в ОВД и Мелитопольский райсовет.